Завтра, 4 октября, с 10 часов 40 минут на территории Ульяновской области будет проводиться комплексная проверка готовности системы оповещения населения с запуском электросирен громкоговорителей. Кроме того, с 10 часов 43 минут до 10 часов 44 минут оповещение населения региона пройдет путем замещения телепрограмм на 10 телеканалах. Первым на каналах «Россия-1», «Матч-ТВ», «НТВ», «Пятый канал», «Россия-Культура», «Россия-24», «Карусель», «ОТР» и «ТВ-Центр». На речевое сообщение о комплексной проверке системы оповещения населения просим всех сохранять спокойствие. Проверка носит учебный характер.